про Ульянов Ленин. Кто он и что он сделал? Образование получали небольшое. Первый раз во всем мире. Бесплатное медицинское обслуживание. Должен быть 8-часовой рабочий. И это и взяли западные страны. Смеялись над Лениным, когда английский фантаст сказал, он кусал локти по-русски и не верил, когда ему говорили, что не могут. Усиливая грандиозные стройки. Заметьте, квартира. Не выдавался сертификат. Ленин. Если человек мечтал строить. Это целая плеяда победителей. Вы понимаете, что такое Ленин? Насколько мелочный. Благодарю вас за внимание.